Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет-привет, дорогие друзья. И сегодня к нам на обзор попал телефончик Sony Xperia Arts S. Однако, вот такая вот у нас коробочка, Сонька, все дела. Нарисовано там у нас тут, короче, ничего такой телефончик, однако, для своего этого самого хорошего. 1,4 Гц процессор, 4,2 экрана, еще 8 мегапикселей камера, DLNA поддерживает, такой интересненький, довольно-таки интересненький. Сейчас мы, короче, тут типа экран Bravia Engine, вот, и сейчас мы, в общем, откроем, посмотрим, что там у нас пришло. Так. Распаковываю, тут у нас коробочка открывается, вот так у нас сам аппаратик, в коробочке у нас вот комплект, по идее, скудный очень. Так, это у нас USB кабель, микро-USB, зарядное устройство и наушники. Наушники, кстати, тут вакуумные, очень даже неплохо, хорошо, даже запасные эти есть, ушки, круто. Так, ну и мануал, конечно же, у нас тут лежит. Так, это на место ложим, это тоже. Закрываем коробочку. Так, ну как закрываем? Ложим в стороночку. И вот наш телефончик. Итак, смотрим. Вот такой вот у нас Сонька. Очень даже выглядит, я бы сказал, неплохо. Мне, если честно, понравился. Даже жене понравился. Ей предложил тоже такой себе взять, но она отказалась, потому что тут типа на одну сим-карту тут HDMI выход есть. Кнопка включения-выключения и она же блокировка. Так, тут у нас камера на 8 мегапикселей, вспышка, микрофон шумоподавления, значок Sony. Так, это у нас, походу, микрофон. Отдельная кнопка под камеру. Вот она. Тут у нас для ремешка отверстие. Отверстие под микрофон. Ну и здесь 3,5 мм джек. Выглядит, кстати, очень даже хорошо. Если честно, то на камеру и на картинках, когда я его вот заказывал, он выглядит не так хорошо. Как-то вот по-другому. А когда смотришь на него вживую, он реально выглядит круто. Он такой изогнутый. Вот. И реально солидно выглядит. И очень даже из-за своего размера очень даже хорошо в руке лежит, такой, знаете, удобный. Именно в ладошку помещается. Такой чудненький. Я его уже, короче, сейчас вот включу. Так, Samsung. Вот такой вот у нас телефончик. Разблокирую. Так, тут Charge Connector, Phone. Так, хорошо. Смотрим. Работает. Очень даже ничего. Хороший. Мне нравится. Так, мы сейчас немножко яркость экрана подъедем. А то что-то нам маловато. Brightness. Так. О, так уже намного лучше. И, кстати, что мне здесь очень понравилось, это то, что вот эти вот кнопки механические. Ух, как мне на моем Asus не хватает этих кнопок. Сенсорные кнопки, это что-то с чем-то. Постоянно их цепляешь. Нечаянно. Тупо выходишь из приложения, нажимаешь или назад, или еще что-то, или хом нажимаешь случайным образом. То есть это очень раздражает, когда сидишь, работаешь и задеваешь какую-то из клавиш. Это просто какой-то пипец. А вот эти, кстати, классная тема. Именно из-за того, что они не сенсорные, а механические. Это очень удобно и, блин, практично, реально же. Ведь их так просто не нажмешь, надо приложить усилия, чтобы их нажать. Вот, поэтому если будешь сидеть здесь работать, вот, и как бы тут клацаешь, все дела, набираешь текст, если нечаянно заденешь кнопочку, ничего не будет. А у меня на вас вообще какой-то капец, чуть-чуть только чиркнул и все, вышел. Неудобно. Так, по приложениям у нас здесь, ну, их не фирменное приложение, есть какие-то игры даже есть. Вот, апдейт-центр, все дела, кадры. А, тут же русский язык надо поставить, елки-палки.
Я как-то за него и подзабыл. Так, где тут у нас русский язык? Так. Single language, United States. Русский наш родненький язык. Где он? Ищем. А вот русский язык. И украинский, кстати, тоже есть. Это тоже хорошо. Ну и все. Ну, как быстро язык поменялся. Телефон работает нормально. Довольно-таки неплохо. В принципе, даже если его брать для работы. Ну, тяжелые игрушки, понятно, он не потянет. Потому что, как бы, ну, современными смартфонами ему не тягаться. Но выглядит он реально круто. Камеры на Соньках всегда были офигенные. А, кстати, еще вот момент уточним. Тут, кстати, вот, если не ошибаюсь. Так, а что это? Это, по-моему, здесь датчики и камера, короче, вот, на лицевой панели. Ну и разговорный динамик. Вот, камеры в Соньках всегда были офигенные. Поэтому я даже не сомневаюсь, что здесь хорошая камера. Вот, по-любому классно. Можем даже что-нибудь сфоткать. Так, а ну-ка. Так, а что же нам сфотографировать-то? Сейчас посмотрим. Так, ага, карту памяти надо. А что же мы сфоткаем? А, машинку сфоткаем. Так, машинка. Сейчас мы так используем кнопочку эту. А сфотографировать ли? Без. А без флешки фотографировать не хочет. Конечно. Не прикольно. Без флешки, короче, не хочет работать. Надо флешку ему. Да. Как видим. Ну, ладно, как-нибудь в другой раз. В общем, я не сомневаюсь, что здесь хорошая камера стоит. Это стопудово. Фоновый рисунок, параметры, тема. Так, а где здесь многозадачность? По-моему... А, вот она. Убираем. Вот. Телефон для работы, мне кажется, очень компактный, потому что небольшой экранчик. Ну, правда, что текст, конечно, будет читать как-то не очень, да? Вот, сейчас мы его заблокируем. Текст будет читать как-то не особо, потому что экран поменьше. У меня там 5,5 дюйма, допустим, на телефоне, то у меня текст такой читабельный, нормальный. Вот, ну, здесь поменьше, не знаю. Ну, надо, в принципе, ко всему привыкаешь. Можно приноровиться и к этому. Вот, и со временем привыкнешь, поэтому как бы я тоже долго привыкал к своему телефону, пока научился на нем работать, ну как научился, привык на нем работать. У меня до этого был 6-дюймовый, то там как-то текст был получше видно. А на 5-дюймовом, конечно, так себе. Ну и я как бы постоянно работаю на компьютере, вот, поэтому как бы переход на телефон был такой немножко неудобный. Ну а потом привык, как-то уже пофигу, нормально текст набирается, вообще все. Единственное, что, блин, этот конченый автозаполнение, это поначалу был просто какой-то звездец, то есть сейчас уже нормально. Вот. Так что, в принципе, телефон этот выглядит солидно, очень даже классно такой, знаете. Sony, они всегда выделялись своим классным дизайном. Вот, выглядит очень хорошо, легенький, вот, подойдет как мужчинам, так и женщинам. Вот. Крышечка, кстати, съемная батарея здесь, которую можно поменять, если что. Вот, телефон поддерживает microSD, отдельный здесь слот под microSD и под сим-карту. Скрывать я не буду, собственно, там нечего особо и смотреть. Пластик и разъем. Вот такой вот у нас телефончик. Очень нравится. Хорош. Так, вот такой вот у нас обзор на Sony Xperia Arts S. Так что, кому понравилось видео, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал, ждем новые видео. Всем пока, до новых встреч! Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.